Инну Зубович, печально известную родительницу, приговорили к 23 годам тюрьмы. В столице огласили приговор женщине, которая в январе этого года сбросила с балкона своего 3-летнего сына. Мальчик погиб на месте. Напомню, что таким жестоким способом мать пыталась свести счеты с жизнью. Неустроенная личная жизнь и материальные трудности, как объясняла подсудимая во время процесса, подвели ее к последней черте. Перед суицидом обвиняемая напоила малыша алкоголем, вышла на балкон и сбросила ребенка вниз. Однако сама сделать шаг в неизвестность не решилась. Во время суда дама искренне раскаивалась и просила назначить ей исключительную меру наказания. Но по закону женщин в Беларуси не приговаривают к расстрелу. Отмечу, что прокурор просила назначить Зубович 25 лет тюрьмы.